Это конюшни. Через них я смогу пробраться в крепость. Почему так тихо? Я даже не слышу звуков боя. Этот хоть бы раз увидеть оборону, отличающую своих от чужих. Нужно всего лишь сложить медальон. Это слишком легко.
Интересно, стал ли Малик ждать меня? Наверняка у него есть план. Должны были встретиться солдаты. Куда все подевались?